Приветище, это FNAF 9, и мы продолжаем. Продолжаем спасать Фредди. В прошлой серии его утащила злостная луна, пока мы сидели в этой кабинке и подзаряжались. Мы вообще спрятались сюда и ждали Фредди, пока он доковыляет. Но он рухнул прямо сюда, подкралась злая луна и утащила его. Я боюсь, что Фредди сейчас там перепаяет, переделает, перепрошьют, и он будет злым. Злым моим друганом. Он будет меня тоже ловить. Но это мы сейчас выясним. Что ж, погнали. Погнали пытаться выручить Фредди. Так, мы здесь видели с тобой только что аниматроника без кожи. Без железной кожи. Что там по батарейке у меня? Думаю, что справимся. Ой-ой-ой, темно как. Пойдем. Насчет концовок. В комментариях мне написали, что здесь 6 концовок. И самая короткая — это очень плохая концовка. Типа нужно, чтобы концовка была подлиннее. Там будет тогда, наверное, все хорошо. Но не факт. Я слышу... Опа! Ты его видишь? Я его вижу. Интересно, он злой или он спит? Фредди, здесь что-то есть. Кому ты это говоришь? Фредди тебя не слышит уже давным-давно. Черт возьми, оно шевелится, и оно меня может поймать. У меня значок приседания. Эхарный. Я ничего не говорю, я в тишине, фонарик я отключил. Может быть, он на свет реагирует? Вот он стоит. Ой. Тихонько. Если я фонарик туда наведу? Капец, короче, фонарик лучше не включать, я понял. Окей, мы обходим его. Он реагирует на свет исключительно. Так, спокойненько. Черт, мне нужно на тебя смотреть? То есть, когда я на тебя смотрю, ты не двигаешься. Такой замысел? Я отворачиваюсь. Реально! Ты посмотри-ка. Так, а задом-то идти не так-то уж и просто. Вдруг там еще какой-нибудь чудик. Перекрыто. Интересно, есть ли другой путь? Блин, что там перекрыто, мне не видно. А, вот другой путь, и там сумка есть. Вот он, другой путь. Сейчас мы сюда залезем. И в шахту давай, залезай своей квадратной башкой. Вот, чудесно. Все, он за нами же не полезет? Я фонарик выключу? Или он ушел в другую сторону? Я просто хочу через решетку попробовать. Он ушел далеко. Сейчас я попробую через решетку сумку достать. Да, получится. Ох, шустрее давай. Все, убегаем отсюда. Больше тут вроде ничего не было. Я ничего не пропустил. Какая-то здоровая паутина. Тут что, гигантские пауки, что ли, еще есть? Очуметь. Фу, какая противная штука. Черт, нет, только не ты, только не ты. Неужели опять? Бежим, скорее. Это он паутину тут напускал такую? Жуткая тварина. Мы выбрались? Ты же сюда не вылезешь, да? Он развернулся. Короче, эта тварина охраняет веншахты. Ясно. Надо почитать, что мы нашли в сумке. Похищаемое имущество. Отчет службы безопасности. Кто-то каким-то образом смог взломать витрину в комплексе Рок-Звезд и украсть прототипы заводных игрушек. Музыкант. Витрина была разбита, и весь пол усеян осколками. Но при том никаких следов взлома на двери не было. Больше ничего не пропало. Я не знаю, как ему удалось проникнуть в здание, и на записях с камер наблюдения тоже ничего нет. Что же мне делать? Вызывать полицию или сообщить об ограблении? Ванесса. Ха, Ванесса начала кое-что подозревать. Но учитывая, что она с камер наблюдения ничего не нашла и не увидела, я думаю, что сама Ванесса что-то там ограбила. В комментариях писали, что она с катушек съехала или ее кто-то поработил, какой-то робот ей мозги промыл, и она теперь как бы на их стороне. То есть она стала двуличной такой девушкой. То кролик она, то охранница. А она сама даже не понимает, что она является кроликом и прислуживает аниматроникам. Тут у нас сохранение, это говорит о том, что что-то сейчас тут начнется. Поэтому сохраняемся. Сейчас я еще в ту сторону сбегаю. Мы пришли оттуда. Сейчас сюда пробегу. Тут не... я здесь сумку забрал. Ясно. Вон туда мы залезали. Тогда идем за ролет и поглядим, что тут нас ждет. Луну вижу. Склад. Взять пропуск в помещении склада. Мы сейчас как раз таки в этом складе. Я думаю, что мы сейчас тут луну встретим. Надо смотреть в оба. И светить своим фонариком.
прямо в глаза этой луне, чтобы она офигела и сказала: «Да ну нафиг, я побежала к солнышку». Мультик про луну. Электричество так и шпарит здесь. Здесь надо быть аккуратным. А то меня могут и поджарить. Ну все, сейчас что-то начнется, я вот чувствую. А что это за... Почему такой ужасный аниматроник без железной кожи держит ребенка? Я бы обосрался, увидев вот это вот скелетное подобие аниматроника, будь я ребенком. Ладно, нажимаем на кнопку. Эта стена только что сдвинулась. Конечно, она сдвинулась, ты же на кнопку нажал. Чунгачкук ты, маленький. Ты же и запустил ее. Черт, еще один. Но на свет они вроде... я смотрю на тебя. Не шевелись. А если я вот так вот сделаю? Подожди. Он вроде как уходит, ага, точно. Точно? Все, ништяк. Окей. Близко к нему нельзя. Ууу, сколько там товарищей твоих. Так, пускай он туда уйдет. Я не смотрю на тебя. Иди. Уходи. Главное, чтобы он ко мне не подошел. Все, он ушел. Давай посмотрим, куда. А, он развернулся. Блин. Ладно, присядем. И сейчас с краешку вот так вот аккуратненько, аккуратненько смотрим, смотрим на него. Так. Там еще сзади пару ребят было. Так. Я надеюсь, они не проснутся и не... Черт, я даже вот так вот фонарик навожу на него, и мне уже стрёмно. Что-то я очкую. Ребята. Давай, уходи. Что, ты видишь? Что? Он фитнесом занимается. А, нет, он пошел все-таки. Да, уходит. Хорошо. Еще одна кнопка. Это запчасти роботов. Вроде бы эти дрыхнут. Ладно, нажимаем кнопку. Подарков тут нету. Нажимай кнопку, быстрее. Пошли, пошли. Вот значит, как ты выглядишь внутри. Жутковато. Ты мне больше нравишься в оболочке. Это ты про кого сейчас говорил? Вот про вот этих вот чуваков? Про охранников? Что-то мальчик немножечко запутался. У охранников нет ног, у них колеса. Ноги... У обычных аниматроников. Это он, наверное, про Фредди имел в виду. Ну да, прикольные такие ребята. Вроде выглядят безобидно, но я думаю, что лучше им не попадаться. Есть тут кто? Они очнулись. Так, мне надо за стеночку спрятаться, чтобы они меня не видели. Черт, они бегут? Они идут. Так, окей. Окей, 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 окей. Побежали. Побежали. Стоять. Бояться. Не двигаться. Так, еще одни. Чтоб вас. Я могу здесь закрыть или спрятаться. Что-то было на Е. На Е, на Е, на Е. Где-то. А, спрятаться вот тут можно было. В ящике. Так, бежим. Бежим, бежим, бежим. Еще одна кнопка. Нажимай шустрее. Нажимай, давай! Да дотянись ты до кнопки, блин. Недорослик нафиг. Я за гнома такое ощущение играю. Но он прям бежит, он прям мчится. Так, давай спрячемся сюда. Надеюсь, он меня не найдет. Задерживаем дыхание. Не пердим, не дышим. Вроде они уходят. А тут камера можно посмотреть? Есть же тут камера наверняка. Камера. Так, я где-то здесь сижу. Вот тут вот я внизу, да? Но... Не, это пустой ящичек. Так, я не с этой стороны. А, вот они идут. Вот они идут. Так. А какая моя-то камера? Не кипишу. Ладно, вылезем. Я слышу, что по правую сторону от меня кто-то идет. И по левую кто-то. Мимо меня сейчас, вон он прошел. Увидел. Так, вылазим. Бежим. Бежим, 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 бежим. Черт, впалился. Стоять, бояться. Это значит в круг, да, они ходят. Черт, тут тупик. Тут тупик, видимо, где-то должна быть кнопка. А сзади еще один робот. Где-то кнопочка должна быть. Где эта кнопка, чертова? Кнопка, а, двери. О, здесь еще что-то есть, подожди. Два чувачка. Здесь где-то что-то есть. Вот, кнопку вижу. Давай, нажимай, нажимай. Что, я открыл? А, я активировал этих двух чуваков. Ясно. Это прям не очень хорошо. Я думал, там проходик я открою. Вон туда, например. А, да, там можно было. Там можно. Я прячусь в двери. Двери открывайтесь. Все, фух, я закрыл. Так, подожди. А, здесь тоже дверка вот эта, да? Он прошел сюда, что ли? Нет, показался. И мы эту дверку можем открыть. Так, и куда мы пойдем? Туда или сюда? Так, я куда-то
Сложно, сложно, сложно. Ладно. Откроем дверь. Хочу сходить туда, раз мы там двери открыли. Сейчас быстренько по коробкам забраться можно. Что у нас здесь? Куда это место нас приведет? Куда нас это место приведет? Еще парочку. Так, бежим. Аккуратно. Аккуратно. Сейчас я нажимаю на кнопку. И те ребята тоже активируются. Сзади меня, походу. Так. Спрятаться не хочу я. Я хочу идти дальше. Вон они, выползают, негодяи. Так, здесь ничего. То есть мы вот эту дверь... Мы были только что за ней. С другой стороны мы были у этой двери. Это комната охраны. Где-то здесь должен быть очередной пропуск. Двери закрылись, тебя ничего не смущает? Опс, кто-то спрыгнул. Или мне показалось? Я видел, что кто-то спрыгнул. Чё-то как-то... А у меня батарейка там, наверное, садится. Батарейка садится. Твою ж налево, я даже не зарядился. Да я знаю, что надо станцию зарядки найти. Пипец сейчас будет. Тут есть пропуск. Я сейчас его возьму и все, мне хана. Черт. Как я буду в этой темноте? Ладно, если тут сейчас фарш какой-то начнется, я буду смотреть в камеру. Берем пропуск. Меня всегда смущало, почему пропуски спрятаны в башке Фредди, у которого кепка на башке. Так, пропуск. А, это мы знаем, что они позволяют нам проходить. У нас получается третий допуск уже есть. Ура, теперь я смогу попасть в отдел запчастей. А, да ладно. Меня поймали. Я снова здесь. В этот раз мы пройдем немножечко по другому пути. Вот здесь. Хоть тут и крестик нарисован, типа лучше туда не соваться, но мы попробуем. А, тут подарок. Значит, надо было забежать. Присядем. Смотрим на это чудище и открываем подарочек. Кошмарная игрушка. Забавно. Он встал. Он проснулся. А можно обратно двери закрыть, пожалуйста? Ладно, по всей видимости, нам теперь нужно бежать в обраточку. Как бы не по всей видимости, а так и есть. Все, побежали. Смотрим на этих чунгачкуков. Тихо, тихо, как он близко подошел. Тихо, спокуха еще с другой стороны. Блин. Меня окружили. Бегу, бегу. Все, все свои силы прилагаю. Так, по фонарику я зарядился. У меня более-менее заряд есть. Пропуск забираем. Давайте, чунгачкуки, налетать. Надо встать в какое-то классное место, чтобы палить всех. Значит, у меня допуск 4 уровня. Блин, мне теперь надо выйти как-то. Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Тихонечко, ребята. А тут подарка нигде не было. Так, ладно. Я сейчас отворачиваюсь, и вы спите. Хоп, все, побежали. Побежали нафиг отсюда. У меня допуск 4 уровня. Ух, сколько вас здесь. Черт подери. Тихонько, тихонько. Как вы бежите шустро, а? Мне надо восстановить выносливость. С правой стороны еще один идет. Так. Тихо, тихо. Бежим. Оп-оп-оп, ребята, мне вот сюда надо. Вау-вау-вау-вау-вау. Я очку, когда они так делают. Так, еще здесь запалили меня. Мне же обратно вернуться нужно, правильно? Я думаю, что правильно. Потому что там пути никакого не было. Сейчас я еще задание посмотрю. Ой, 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 какое задание, блин, сзади обошел. А, нафига ты его посмотрел? Это было очень глупо. Короче, как я выяснил, оказывается, я бежал по длинному пути, а тут открывается короткий. После того, как карточку беру, открывается вот эта дверка, и можно выбежать туда. Сейчас мы это и сделаем. Тихо, тихо. Ты сюда не сможешь пройти, он развернулся, отлично. Тут мы поступим следующим образом. Поскольку эти двери открываются, мы сейчас хватаем карточку охраны и сразу бежим к двери. Мы уже знаем, что нас будет ждать. Карточку мы взяли. Все, бежим сюда. Дверь открывается, я задним ходом сдаю отсюда. Все, 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 кипишим. Бежим, топим вот сюда, где только что двери открылись. Так, а походу, подожди, вот эта ролета должна открываться. Да-да-да, точно, точно. Ролета, закройтесь, пожалуйста. Сохраниться у меня получится? О, ролета закрылась. Чума. Но, блин, они меня... О, я могу сохраниться. Ха, круто придумал. Да, сохранится. Отлично, я и сохранился, даже несмотря на то, что они за мной охотятся. Мне, видимо, обратно в вентшахту нужно будет лезть, да? Сейчас. Блин, блин, блинский, я застопорился. Где это я?
потерялся в мусорках случайно. Так, бежим в веншахту. А может, ролет откроется? Нет, ролет не открывается. Назад смотри. Фух, чуть не поймали. Так, сейчас Пауканыч здесь должен появиться. Может? Ага, вот он бежит за мной. Все, я бегу. Я бегу, он за мной, я от него. У меня выносливость сейчас кончится, и мне будет хана. Черт подери! Беги, мальчик, беги! Фух, выбрались. Слава богу. Так, роботы вон там вот. Сохранялка там, я сохранился. Все чудесно, все хорошо. Мимо этого чудика пробегаем. Он что-то завалился, и все, он больше не работает. Че, вроде бы все. Карточка у меня имеется, мы можем проходить через двери с четвертым доступом. Фонарик подзарядим, давай я посмотрю, сколько. А заряд нормальный, но на всякий надо подзарядиться, как в прошлый раз не получилось что-нибудь. Let's go дальше. По карте. Карта. Мы здесь, зарядка здесь. Ага, окей. Еще раз сохраниться. Надо, не надо. А, подожди, какое задание? Я же тогда хотел посмотреть, что по заданиям у нас. Вернуться в отдел запчастей и обслуживания. Так что бежим именно туда. Фредди спасать. Надо же Фредди спасать. А, подожди. Это что за дверка? Лифт. Сбросился. Непонятно, как им можно управлять дальше. Но он поднялся наверх. О, а можно еще вниз спрыгнуть? А, нет, мне туда не дают спрыгнуть. Невидимые стенки. Ну, конечно, нафига тебе туда прыгать? Ты же самоубьешься. Ты же маленький пацаненок. Безмозглый. Все. Карта четвертого доступа есть, мы можем туда пройти. Заходим. Задание выполнено. Я так давно нашла его и заперла здесь. Отличные новости, его можно вернуть родителям. Нет, нельзя. Оказывается, его нет в нашей системе. Какая досада. Если вернешь мою голову на место, я постараюсь его найти. Его зовут Грегори. Знаешь, как я узнала? Его часы ФАС все время твердили это имя. Твоим голосом. Грегори. Ты меня слышишь, Грегори? Ванесса. Все часы ФАС говорят моим голосом. Это опция по умолчанию. И если окажется, что ты в этом замешан, ты отправишься на свалку. Монти будет вести шоу до тех пор, пока отдел запчастей и обслуживания не натянет твою оболочку на твой экзоскелет. Ванесса, не оставляй меня в таком виде! Вот она, тварина. Ванесса это. Сейчас она свалит, и я пойду Фредди спасать. Фредди, я тебя спасу. Я уже иду. Откройте двери. Грегори, я так рад, что ты жив. Конечно, рад. Фредди! Грегори, используй консоль, чтобы выпустить меня. Консоль. А вот эта фигня не будет? А она, кстати, шевелится. Но вроде она безобидная. Вроде да. Ох, сколько тут аниматроников-то. Они могут любого робота сделать вообще. И еще одного Фредди, и Чику, и других каких-нибудь других, и Бонни, и Клайд, и прочую всякую фигню. Так, значит. О! А здесь кто-то пробился, выбился. Туда надо как-то попасть, подожди. Требуется 10 уровень. Двери забиты, ну, видимо, когда я... А, вот как можно пройти. И 10 уровень не нужен нафиг. Че в подарке? Фигурка Глэм Рокси. Больше нигде здесь... А, вот. О, сюда зашел. Я слышу, что кто-то поверху ползает. По-моему, это тут паучок. О, бензопила или что там? Что это такое лежит? Прикольно, какие-то штуки непонятные. Ладно, там сохранялку видел. Давай поднимем. О, сумка. Журнал обслуживания. Чика, не позволяйте ей петь. Ее голос ломает навигацию других ботов. Ужасные результаты во время живого выступления. Роняющие подносы боты, хаос, травмы у гостей, 12 судебных исков. Испытания экспериментального голосового аппарата провалились. Рекомендуется произвести замену. То есть у нее очень опасный голос. У Чики. Чики-брики. Сколько тут сумок-то? Сейчас надо это все почитать, потому что это очень важно. Улучшение Монти. Журнал обслуживания. Монти. Улучшенные лапы Монтегомери. Это его полное имя Монтгомери. Ладно, сокращенно Монти, а полное имя Монтгомери. Позволяет ему играть на бас-гитаре. После окончания шоу он использует их в основном для нанесения ущерба. Стоимость ремонта ограждений становится слишком высокой. У Монти когти. Окей. Мне казалось, что у Рокси когти. Но оказывается, что у Монти.
А Монти это крокодайл. Улучшение Рокси. Вот, сейчас узнаем. Журнал обслуживания Рокси. Рокси видит мир иначе, чем остальные. Это улучшение должно было позволить ей выигрывать гонки. Но есть и побочные эффекты. Иногда она будет пялиться на других ботов и разговаривать с ними через стены. Ага, у Рокси, значит, крутые глаза. Она может видеть сквозь стены. Ясно. То есть, получается, вот три улучшения. У Рокси глаза, у Монти когти, а у Чики голос. Все, окей. Сохраняемся. Сейчас тут будет какая-то, видимо, битва или что, без понятия. Но скоро узнаем, раз сохранялка есть. Пойдем теперь к консоли и будем освобождать Фредди. Фредди. Где консоль? Вот это? Использовать автомат. Добро пожаловать в отдел запчастей и обслуживания. Выберите необходимую процедуру. Могу улучшение силы сделать. Давай сделаем. Войдите в защитный цилиндр, чтобы продолжить. Защитный цилиндр? Я что-то не так, видимо, прочитал или что? А, нет, смотри-ка, могу реально зайти сюда. Что они с тобой сделали? Плановая техобслуживание. Сейчас я функционирую намного более лучше. Ошибка функции грамматики. Похоже, я по-прежнему не в лучшей форме. Можешь вернуть мою голову на место? Не знаю. Выглядит сложно. Просто подключи провода и будь осторожен. Сейчас я немного не в себе. Да, я заметил. При возникновении чрезвычайной ситуации защитный цилиндр защищает находящихся снаружи защитного цилиндра сотрудников. Выполняется отключение защитных протоколов аниматроника. В ходе этой процедуры не рекомендуется допускать ошибок. То есть спецы, взрослые дядьки, которые занимаются техобслуживанием, им вот это вот голосовое сообщение предназначалось. А тут маленький малец, который со своими кривыми дрожащими ручонками будет лезть в бошку аниматронику. Вы серьезно? Ладно, пофиг, начнем. Я еще тот спец. Погнали. Для успешного подключения головы Фредди повторите правильно последовательность, нажимая мигающие кнопки на туловище Фредди. Да, как бы... Что? Вот этим занимаются умы всего мира, создающие роботов? Они нажимают на кнопки, чтобы создавать аниматроник? Серьезно? Отличная работа. Теперь проведите диагностику и завершите процедуру с помощью консоли тестирования. Давай. Здесь тоже мигающие кнопки? Да ну нафиг! Мир сошел с ума. Выпустите меня. Если бы все так было просто, то у нас бы по миру ходили роботы, а в космос летали бы люди без всяких космических кораблей, просто на ранцах. Ладно, нажимаем кнопку. И причем у него башка шевелится. Смотри, он его как дергает. Ну? Я как будто в детский садик попал, а не в исследовательский центр по сбору роботов. Завершите процедуру с помощью компьютера доступа. Отличный перевод. А смотри! Смотри, там моя... Там, короче, моя рука торчит с часами и с фонариком. Это как вообще так вышло? Ладно, допустим, мне оторвали руку. Угу. Нас переместили к моей руке. Отличная работа. Фредди полностью исправлен и готов к участию в большом шоу. Ну чё, Фредди, как ты? Удерживайте, чтобы закрыть что-то там. Фредди, проснись. А мне, наверное, с цилиндра надо выйти этого. Ок, выходим. Значит, Фредди у нас стал сильнее. Это очень хорошо. Подходим к компу. Нажимаем. Завершить улучшение. Здесь столько всякой техники. Что-нибудь из этого мне поможет остановить других ботов? Яркий свет, направленный нам в глаза, приводит к кратковременному сбою. Полагаю, фаза-бластер или фаз-камера могут помочь. Где его можно найти? Фаз-бластер можно выиграть в фаз-бласт. Фаз-камеры частенько конфискуют на территории Гольф-Монти, но тебе понадобится билет на вечеринку, чтобы открыть эти аттракционы. Обычно Чика раздает билеты именинникам. Загляни в ее зеленую комнату в комплексе Рок-звезд. Возможно, там удастся найти билет. Воспользуйся служебными лифтами в задней части помещения. Они ведут в комплекс Рок-звезд. Похоже, что они все отключены, за исключением лифта Рокси. Блин, как ты здесь оказался? Ты только что там лежал, пока я к компу не подошел. Как меня бесит это в аниматрониках. Ты, короче, занимаешься своими делами, они хопа, и уже сзади тебя пытаются тебя сожрать. Ладно, погнали. Значит, нам нужно в комнату Чики попасть, чтобы взять билет именинника и... Да, по-моему, билет именинника и...
пройти фазбласт, чтобы найти фазбластер. Так, по батарейкам у нас все ок. Но я, в принципе, могу подзарядиться на всякий случай. А, нам же вдруг... Нам в заднюю часть комнаты надо идти. Там же эти дверки были со служебными лифтами. И он мне сказал, что лифт Рокси рабочий, да? Рокси это у нас волчица. Так, окей. Фредди, погляди-ка на картинку. У Чики есть какой-то особенный голосовой аппарат. У Рокси новые глаза, а у Монти улучшенные когти. Нам нужно достать эти запчасти. Мы можем тебя улучшить. Грегори, эти детали принадлежат моим друзьям. Я бы никогда не причинил им вред. Размечтался Гриша. Чё? Они всю ночь пытаются меня убить. Они получат по заслугам. Этому должно быть какое-то объяснение. Они не способны навредить гостям. Никто из нас не способен на это... 006 — это программа защиты. Окей, значит, смотри. Все лифты горят красным, и у меня быстро садятся батарейки почему-то. Ладно, идем в комнату Рокси. Быстрее. А то у меня сейчас батарейки кончатся. И Фредди потом не утащить никуда. Служебный лифт. Нажимаем кнопочку. А, мне вылезти надо. Почему аниматроник не может нажать кнопку? У него что же есть палец? Поехали. Сейчас я залезу. И хоть какое-то радостное музло. Обожаю кататься на лифтах только из-за того, что тут играет прикольное музло. Низкий заряд. О, сейчас Фредди отрубится. Если сейчас Фредди отрубится, это будет вообще, конечно, капец. Черт. Задание обновлено. Найти билет на вечеринку в зеленой комнате Чики. А кто это рыдает? Так, я думаю, что нужно... Так, подожди. О, блин, не успел до подзарядки добежать. И Фредди меня сожрал. Это печаль. Ну что, попытка номер два. Поскольку мы знаем теперь, что с Фредди что-то не так, он стал злобным после того, как у него садится батарейка. Мы на всякий пожарный здесь сохранимся. Вот и чудно. Теперь нам нужно, походу, бегать будет от бустера к бустеру зарядному с Фредди. Ёшки-матрёшки, ты посмотри, уже два деления минус. Давай, Фредди, беги скорее. Благо, мы в прошлый раз бустер нашли. Этот зарядный. Он за стенкой стоял. Спрятали его так еще от меня. И если бы я его тогда не запалил, я бы просто убежал и все. И меня бы снова сожрал. Фредди. Фредди. Брэди. Мой дружок. Пожиратель. Маленьких детишек. Двери открылись. Низкого заряда еще нет. А вот сейчас появился. Здесь кто-то ноет. Я вот прям слышу. А мы зашли в зарядочку. Мы заряжаемся? Чего? Почему я не могу? О, зарядились. 3:30. Это типа времени у меня до полной разрядки? Кто здесь? Фредди, убирайся из моей комнаты. Я иду, Фредди говорит. Так, я не понял. У меня какой-то глюк произошел или что? Мне нужно найти здесь билетик. Так. Ну почему? Сейчас, подожди, давай задание еще раз посмотрим. Найти билет на вечеринку в зеленой комнате Чики. А, в Чики, у Чики, не у Рокси. Так, ладно. А пойдем еще к Монти зайдем. Попробуем. Нет, нельзя. Мне еще может разрядиться батарейка к Чики. Вот она, Чики. У нее разве зеленая комната? Доступ 5 требуется. Блин, а как туда попасть? Хм. Ты видишь какой-нибудь билет? Билет. Я вот нифига не вижу. Можно через вент-шахту туда залезть бы как-нибудь. Подожди, сюда пройти. О! Так, а это что за комната? Ага, это за кулисья. Мы здесь были в прошлые разы. Черт, надо дойти срочно до бустера. Ух, блин. Так, я выхожу нафиг из него. Отойди от меня. Фредди сейчас разрядится. Черт подери. Фредди сейчас разрядится и будет очень злым. Так, смотрим на Фредди. Сейчас у меня батарейка должна сесть. Фредди, у тебя батарейка села, нет? Слушай, вроде он пока нормальный. Пойдем, короче, попробуем зайти сюда. У нас четвертый доступ же теперь есть. Что это за комната, я, конечно, не понимаю. Но мы сейчас тут прогуляемся. Черт, я позвал случайно Фредди. Тут, короче, ничего нет, никаких подарков, вообще ни шиша. Но есть еще одна ролета. Посмотрим, что тут. О, бустер! Отлично. Фредди, беги сюда, тут бустер есть. Вот он и Фредди. Иди сюда. О, все, заряжаемся. Отлично. Так, что-то плохо зарядились.
Давай еще раз заряжай. Вот, полный заряд. А теперь побежали. Как ты сюда, интересно, пришел? Сейчас мы тоже тут прогуляемся. Ой, как подвисает. Что это у нас тут за место? Это, знаешь, как в кинотеатре, лобби. Обычное простое лобби. А-а-а. Пиццаплекс. Ясно. Пойдем, короче, попробуем через комнату Фредди опять выбраться в веншахту. Мы, короче, возле... Ванесса кричит. Вон на Ванесса ходит. Пойдем как не подойдем. Ради интереса. Ванесса, привет. Привет. Как дела? Ванесса. Сисюрити. Со значком ходит тут, бегает. Что-то разыскивает. Так, у нас уже батарейки садятся по-тихому. Ну, о, уже два значения. Это прям вообще не круто. Кнопка вроде работает. Дай-ка я вылезу. Попробую нажать кнопку и пробраться через веншахту. Мы... А кнопка не работает. Печальная печаль. Кнопка Фредди не работает. А, двери открылись. О, славно. Очень хорошо. Выходи, маленький монстр. Хм, кто еще из нас монстр, Ванесса? Сохраняемся. О, Фредди, иди сюда. Тут это, зарядник есть. Сейчас подзарядимся. Подзарядились. Дальше Фредди, я сам... Эй, выйди. Выйди из этого бустера. Дальше я сам. С тобой я точно не пролезу по веншахте. Ага. Давай, запрыгивай, Гришаня. Значит, комната Чики нам нужна. Сейчас ее найдем. Главное, чтобы здесь этого паука ночи не было. То будет печально. Открыть. Ванесса, наверняка твои родители беспокоятся о тебе. Говорит охранница. Но я что-то... Как-то я не понял. Я вроде как приоткрыл решетку и могу через нее пролезть. Но это не Чикина комната. Здесь Рокси. Точно, это комната Рокси. Странно, что ее здесь не было. Только что ее видели, она там в зеркало смотрела и плакалась. Ванесса опять нас ищет, говорит, где ты? А я в веншахте. И ты меня точно не найдешь. Злобная крольчиха. Вани-бани. Вот. А, это комната Монти, блин. Он сзади, он за мной бежит. Да? Да, он за мной бежит. Так, комната, срочно направо. А, силы кончились, надо вот сюда. Давай. Открывай, ух, выпрыгнули. Капец. Все, мы в комнате Чики. А вот, кстати, билетики, походу билетики. Хот-доги. А нафига их ходу? А, она же любительница пожрать. Я и думаю, нафига роботу еда? Будет прикольно, если она сейчас сюда зайдет и впалит меня. Взять подарок. А, наверное, здесь и есть подарочный билетик. Фредди, я нашел билет. Отлично сработано. Билет на вечеринку. О, черт, снова эта лунная тварюга. Билеты на вечеринку. А давайте билеты на вечеринку роботу, робота-боту, чтобы открывать различные области в пиццеплексе. Скорее, найди зарядную станцию, ты сможешь увидеть их местонахождение на карте. Так, зарядная станция, карта. Зарядная станция, она за мной. Фонарик. Фредди, можно я залезу? Тебе как-то побезопаснее будет. Так, зарядную станцию я только что где-то видел. Где мы с тобой ее видели, Фредди? Вот она. Все, залазим. И заряжаемся. Ух, как-то стало поспокойнее. Так, значит. Грегори, этот билет на вечеринку особенный. Он позволит тебе пройти на территорию аттракционов Фаза Бласт или Гольф Монти, однако его можно использовать только один раз. Это печально. Нам нужен Фаз Бласт, чтобы мы смогли получить бластер, который немножечко отпугивает аниматроников. Вот, мы снова здесь. И наверху где-то должны быть проход. Или мы не здесь были. Вон, значит, Фрокси Рейсинг. Фаза Бласт, вот он. Нам именно туда надо идти. Но, по-моему, это просто вывеска. А, нет, смотри, Фаза Бластер. Все, сейчас мы сюда пройдем. Спокойненько зайдем. И вытащим Фаза Бластер. Я здесь. Теперь нужно найти бота, которому дать этот ваучер нужно. А, вот он стоит.
Смотри-ка. Так, вылазим. Ботик, привет. У меня есть ваучер. Держи. Он очень рад. И танцует. О, открылись двери лифта, и мне, походу, придется ехать куда-то. Нифига себе. Я-то думал, фазобласт, он... Ну, сейчас двери откроются, и фазобласт будет. Надо еще и спускаться куда-то. Ёшки-матрешки. Надо было с Фредди зайти. Почему я без Фредди сюда пришел? Почему я пришел сюда без... дырявая моя башка. Ну ладно, пофиг. Сейчас я его призову, надеюсь, он доедет до меня сам как-нибудь. Фазобласт, фазобласт. Фредди, иди сюда. Беги ко мне. Ага, он тоже в лифт сел, сейчас спустится сюда. Окей. Я где-то слышу его, но понять не могу, где он. Ладно, разберется сам там. Он уже взросленький мальчик. Этот аниматроник и робот Фредди. Так, автоматы, давай-ка проверим. Автоматы, автоматы. А вот и Фредди, собственно, приехал. Фонарик подзарядим. И зайдем сейчас в двери фазбластера. Вот тут вот написано Enter, можно войти. Есть и другие двери, но они не подсвечены. Здесь закрыто, нельзя входить. А подожди, комната охраны, можно туда пройти, нет? Можно. Можно зайти в комнату охраны. Что тут у нас имеется? Сумка. Грегори, я знаю, что ты тут. Возьми повышение допуска и беги оттуда. Так, теперь понятно, почему тут свет вырубился. Так, я забрал. Ладно, берем пропуск. И бежим. Требуется пятый допуск, чтобы выйти отсюда. А я только зашел. Что так темно? Что так темно? Сюда. О, тут еще подарок. Так, получается, я пятый пропуск получил. Брелок Рокси в космосе. Охрана тут откуда-то взялась. Так, если в охрану можно зайти было, значит и в ту дверь тоже можно было пройти бы. А по где? Вон где No Enter написано. Давай туда еще зайдем. Можно, нет? Так. Там кто-то появился. А, Чика появилась. Чика, 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 Чика. Я, пожалуй, спрячусь вот так вот. Она не должна меня найти. Я еще Фредди сейчас позову. Фредди, иди сюда, мне нужна твоя помощь. Спрятаться. Вот и все. Четенько. Правда, у Фредди батарейка что-то как-то не ахти. Чекули, я иду к тебе. А, это туалет. Ясно. Но в туалете тоже могут быть подарочки. Тут нету. У парниш пойдем поглядим. Фредди заходит в туалет для Фредди. Так, тут тоже ничего. А нет, есть подарок. Есть подарок, значит, мы зайдем сюда чуть позже. А сейчас нам нужно срочно выйти из Фредди. Да блин, где выход? Выходим с Фредди. Все. Блин, отстань от меня. Я в фазбластер бегу. Я бегу в фазбластер. Да отстань! Негодник. Все, я в фазбластере, блин. О, можно что-нибудь взять? Взять бластер? Фазер-бластеры. Когда применяется фазер-бластер, нажмите эту кнопку для оглушения ботов ударом по глазам. Ништяк. Я теперь их могу оглушать. Четенько. Сменить предмет на кнопочку 1-2. Окей. Пиу, 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 пиу. А, у него заряд есть. Ёх, блин. А можно шлем одеть? Нет, шлем нельзя одеть. А брони? Обломись. Orange Team. Наша команда оранжевая. Лады, я сам с собой буду по ходу играть. Выдохся. Выносливость кончилась. Ну чё там? Ну чё там? Я здесь. Открывайте ворота. Поехали. Еще один лифт. Да что ж такое-то? Везде лифты. Бластер у меня подзарядился. О-о-о, начинается веселье. Так, я вижу роботов. Сейчас потестируем на ботах. Где-то Чика тут тоже бродит. Чикен карри, чикен фри. Курочка гриль. Ну вот он, бот. Бабах! Как я ему ровно в челюсть попал. Счет, почему у меня 0-3? Если... Получила? Поджарилась? Так, мне тут выход надо найти или что? А, ну вот, подожди. Нет, это я отсюда пришел. Это я отсюда пришел.
Значит, мне в другую сторону надо. Вот сюда бежать. Наверное. Здесь? Нет. Какой счет-то, блин? Написано счет 0-3. А как мне сделать 1-3 хотя бы? Вот это что такое? Флаг? А, подожди. Использовать. Вы захватили флаг. Получай. Флаги захватывать, что ли, нужно? Курица, лови. Мне, видимо... А, тут определенное время надо простоять на флаге. Ух, нифига себе, вас тут сколько. У меня бластер разрядился, а что делать? 10 секунд. Надо бежать, я думаю. Я думаю, что надо бежать. Бластер, заряжайся быстрее. Быстрее заряжайся. Так, одно очко у меня есть. Круто, бластер зарядился. Ты успешно защитил позицию. Говорит. Ой, ой, ой. Успел попасть по ней. Хорошо. Ищем следующий флажок. Где у нас еще точка? Точка с флагом. Не вижу. Не вижу. Наверное, наверху. По-любому наверху. Тут нету? Так. Во! Кажется, здесь. Отлично. Нажимаем. Получил. О, он прям разрывается напополам. Вот это я удачно его подорвал. 20 секунд. Щекуля. Блин. Самое беспонтовое, что нет прицела. Тут стреляешь как бы наугад. 11 секунд. 10. 9. 7, 6. 5, 4. 3, 2, 1. Отлично. Еще одну точку захватил. Ты успешно защитил позицию, астронавт. Пора идти на следующую. О, выход. Ха! Можно было не защищать ничего. Подарок. Сейчас заберем. Старый постер. Ну, ничего, пригодится. А почему здесь можно было выйти, интересно? Для чего этот выход? Забаррикадированный. Так, нам еще нужно будет в туалет потом забежать. Тут я все активировал. Значит, получается, наша зона оранжевая. Есть зеленая зона, есть фиолетовая. Мы на ней были. И есть еще какая-то красная. Красная наверху, наверное. А подожди, фиолетовая вот. Фиолетовая вот. Оп-оп-оп. Нате, в глаз. Фиолетовая вот. Вот. Вот здесь. Вот она, фиолетовая. И вот он, флажочек. Отлично. Она внизу где-то бродит. Чика. Не страшно. Бот пришелец. Что-то говорит. Блин, по мне попали. Дырка одна есть. Главное, чтобы чекуля тут не, внезапно не появилась. На ботах-то мне насрать. 12 секунд. 12 секунд. Не пугай меня так, товарищ бот. Все, я победил. Еее, я победитель. Четко. Ты разгромил армию пришельцев. Отличная работа, астронавт. Пройди к лифту для победителей, чтобы получить награду. А кто-нибудь подскажет лифт победителю, он где? Куда мне нужно пройти? Сверху его видно, не видно? Лифт победителей. Вон, Ексит. Ага, в красной зоне. Сейчас я здесь прыгну. Можно вот так вот. Блин, я хотел по контуру пройти, но нет. Можно? Нет, нельзя. А здесь можно? Пожалуйста. Нет, нельзя. О, открылся. Отлично. Отличная работа, звезда. Ты выиграл Фазер Бластер. Теперь получи приз в зале суперзвезд. А где этот зал суперзвезд? Здесь? Сейчас посмотрим. Синяя комната? А, подожди. Комната... Тут можно пройти. Требуется фазер бластер, чтобы выйти. Так. А здесь есть вент-шахта. Я вообще правильно двигаюсь? Куда ведет эта вентиляция? А у меня фазер бластер отобрали опять, да? И поэтому мне нужно его забрать. О, круто. Я сверху всего этого Фазер Бластер Шоу. У меня тут два непрочитанных. Сводка о новом сотруднике. Руководитель службы безопасности. Опыт работы отсутствует. Внутренняя рекомендация от. Имя удалено от кого-то. Спрячьте смесь. Уведомление об отзыве.
Переместите все запасы секретной смеси Монти в хранилище для мороженого, которое находится за Кагельбаном. Дополнительные инструкции будут представлены позже. Вот так вот. Ладно, зеленая комната. Тут есть еще проход сюда. Я думаю, что мы по веншахте как раз таки доберемся до нее, до этой зеленой комнаты. Потому что те двери я все проверил. В комнате победителей. Там ничего не открывалось. Фредди, та крольчиха прячется в тайной комнате над фазбластером. Похоже, там ее логово. Думаю, ее зовут Ванни. Ванни. Похоже на сокращение от Ванесса. И Ванни. Не думаю, что это какое-то совпадение. Кстати, да, реально похоже на это сокращение. Тут мне пройти. А, вот, кстати, какая-то комната. Но я сюда не могу пройти. А, вот оно, логово. Тут даже написано «Ванни». Все теперь ясно и понятно. Мы вернулись в комнату победителей, я так думаю, да? А, так вот он, фастбластер. Я прям мимо него прошел. Блин, золотой такой стоит. Все, я его забрал. Он у меня. Кто-нибудь что-нибудь не скажет? Фредди. Но, видимо, мне дальше все равно сюда. А, нет, подожди. Там никак. Значит, мне нужно вот сюда. Где-то тут было написано, что чтобы можно было пройти, нужен фастбластер. Ага, точно. Надо не забыть. Отличная работа, звезда. Ты получил фазобластер. Но для этого тебе пришлось пожертвовать билетом на вечеринку. Найди комнату охраны. Я уверен, там ты найдешь что-нибудь полезное. Комнату охраны? А, так я был в комнате охраны. Вот она. Я здесь уже все проверил. И в туалете. И пропуск, кстати, я тут забрал. А, хотя нет, не забрал. Странно, почему я не забрал? Ой, еще и вот это не забрал. Сейчас, минуточку, минуточку. Билет на боулинг. Какая удача, ты нашел годовой безлимитный абонемент на боулинг, Бонни. Целый год бесплатного боулинга. Стоимость входного билета в Мега 5 Сопляк не включена. Это меня не очень-то волнует. Я все равно тут уже целые сутки практически бесплатно нахожусь. Нет, не сутки, ночь. Целую ночь. Так, бластер, 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 бластер. Блин, прикинь, по нему стреляешь? Ему пофиг. Ясно. А, в глаза надо, он же говорил, в глаза только. Только в глаза. А, сейчас в туалет пробегу. Туалет. Так, в женском, мужском. Мужском. Мальчуков. Вот он подарок. Брелок Чика в космосе. А теперь мне бы сохраниться. Фредди, может мы пойдем отсюда? А, нет, у тебя заряд маленький. Я, пожалуй, воздержусь. Поехали отсюда скорее. Приехали. Мне бы сохраниться. О, гляди-ка, там вон подарочек лежит. Пойдем его заберем. Прям на стульчике. Прям как для меня. Брелок Фредди в космосе. Я сейчас, походу, все брелки соберу. Всего должно быть по 4 штуки, я так полагаю. 4 футболки, 4 брелка и прочие всякой ерунды по 4 штуки. Ладно, выходим с фазы бластеров. И побежали, сохранимся. Сейчас вон там сохранялка есть. И будем на этом закругляться. Мы достаточно много сделали в этой серии. И перепрограммировали, улучшили Фредди. Достали фазобластер и успели пострелять по Чики. Это прям годно. Ну вот и все. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк под видео. Подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих роликов. На которых мы, собственно, и увидимся. Так что до встречи. А тут еще подарочек, смотри-ка. Дай-ка я его заберу. Как это я его в прошлый раз пропустил здесь? Улучшение для Фредди? Ого, вот это да, вот это дела. Ну ладно, все, в следующей серии мы, значит, еще улучшим Фредди. Так что не пропусти и...